Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об одной очень интересной теме. Мы обсудим очередную статью из журнала «Будь здоров». Это статья про гомеопатию для животных. Вы все слышали о гомеопатии. Некоторые считают, что это правильная медицина, некоторые считают, что это какое-то шарлатанство. Но, тем не менее, многие люди, несмотря на то, что так считают, они прибегают к этой помощи гомеопатов. А вот что касается домашних животных, мало кто, в общем-то, использует гомеопатию для домашних животных. Тем не менее, она существует, и тем не менее, люди пользуются и лечат своих животных гомеопатией. То есть, ей существует так называемая ветеринарная гомеопатия. Вы можете почитать другие выпуски нашего журнала. Они находятся по ссылке под этим видео. А также, если вы еще не подписаны на наш канал, подпишитесь, поставьте колокольчик, поставьте лайк, если вам нравится это видео. Или, если не нравится, поставьте дизлайк, там напишите в комментарии, с чем вы согласны, чем не согласны. И, конечно, почитайте больше информации из журнала, ссылка на который внизу под этим видео. В предыдущих выпусках много писалось о гомеопатии, о таком медикаментозном, безопасном, комплексном методе лечения, который помогает решить проблемы, перед которыми часто традиционная медицина бессильна. Но вопрос такой: если гомеопатия работает для людей, работает ли она, применимы ли гомеопатические методы лечения к нашим домашним любимцам, питомцам, кошкам, собакам, которые, конечно, так же, как и люди, подвержены инфекционным, хроническим заболеваниям, заболеваниям костей. У меня вот была собака долгое время, у меня была кошка, и, конечно, у всех у них были болезни, естественно, многие из них от старости связаны, потому что животные не живут так долго, как люди, но, тем не менее, все мы, если у кого есть домашние животные, все сталкивались с какими-то заболеваниями, которые у этих животных есть. И, естественно, возникает вопрос, если им не помогает традиционная ветеринария, может ли им помочь гомеопатия? Ответ на этот вопрос – да. Оказывается, многие врачи-ветеринары во всем мире уже многие годы используют гомеопатические методы для лечения домашних животных. Они просто как-то это не афишируют, потому что, ну, гомеопатия имеет такое вот странное отношение к ней. Хотя, тем не менее, многие люди лечатся ей, и многим она помогает. То любую проблему, практически которую можно лечить традиционным способом, можно лечить и с помощью гомеопатии. Причем во многих случаях гомеопатическое лечение гораздо более эффективно, не дает никаких побочных эффектов, в то время как почти все медикаментозные методы, все медикаменты им дают какие-то побочные эффекты. Ну, конечно, возникает вопрос о принципах подбора гомеопатического лечения, и он, в общем-то, не отличается от принципов подбора для человека. Такие же подбираются препараты, такой же протокол лечения, все подбирается индивидуально, с учетом всех особенностей питомца, его характера, характера симптомов, которыми он страдает, времени, частоте возникновения каких-то явлений, симптомов и его общего поведения. Примеры болезней, которые прекрасно поддаются гомеопатическому лечению, это такие, как аллергии у животных, кожные заболевания, артрит, эпилепсия, она, представьте себе, бывает эпилепсия у собак, порезы конечностей, грыжи межпозвоночных дисков. У меня вот собака была, у нее как раз была вот эта вот проблема с грыжей, кишечные расстройства. Гомеопатия может быстро облегчить острые состояния, такие как травмы, ушные инфекции, отравления, укусы клещей, послеродовые осложнения и многие другие. Гомеопатия для животных часто включает в себя курсы восстановительной терапии. После того, как вашему питомцу сделали операцию, после тяжелых родов вашего питомца, особенно если это было кесарево сечение, конечно, гомеопатическое лечение, оно помогает восстановить после тяжелого лечения, после отравления, после солнечных, тепловых ударов. Если вашего собаку или кошку укусил змея или насекомые, какой-то клещ, то, конечно, гомеопатия тоже может помочь. И, конечно, очень многие животные, особенно крупные собаки, страдают от болезней суставов. И, конечно, это тоже один из методов гомеопатии, восстановления после таких вот суставных болезней. Есть такие также болезни,
Профилактика. Гомеопатия может помочь и при профилактике. Например, есть профилактика заражения паразитами, болезнь Лайма, которая существует у животных, так же, как у людей, от укуса клещей, болезни суставов. А даже вот, может быть, у собак, например, какие-то психические расстройства, такие как агрессия, повышенная тревожность, невроз при расставании с хозяином. Все это также можно лечить, и гомеопатия может помочь в этом. Я, конечно, могу больше рассказывать, но я рекомендую все-таки открыть статью по ссылке в журнале внизу, почитать ее, потому что там гораздо больше информации, и там есть ссылка на автора статьи, который является очень лучшим, наверное, врачом-гомеопатом в городе Торонто, и она вам сможет помочь во многом, помочь с вот этой проблемой, которую ваши питомцы, то есть дать вам какие-то консультации по применению гомеопатических средств. Потому что гомеопатия, конечно, она это безвредное лечение в первую очередь, она не имеет никаких побочных эффектов, но, конечно, лучше, если вы обратитесь к специалисту, и вы можете найти специалиста, кликнув по ссылке внизу под этим видео. И напишите, пожалуйста, в комментарии свое мнение о гомеопатии вообще в целом, о гомеопатии, применимой гомеопатии для животных. И напишите, как вам нравится вообще журнал «Будь здоров». Хотите ли вы еще, чтобы я на этом канале делал видео, обзоры из нашего журнала. И не забудьте подписаться и будьте здоровы. До свидания, до следующих встреч.